Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor, siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha, hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos. Elijan el idioma y, por supuesto, no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Зоя? Ну вот. Этот подъезд? Угу. Вон там мои окна. Устал? Я? Да. Спасибо тебе огромное. Да за что, мы же их упустили? Ну, во-первых, не мы их упустили, а я. А во-вторых, мы еще их возьмем. Главное, мы нашли кости, и это все благодаря тебе. Ладно, не буду спорить, я молодец. Да что ты за дура такая? Закрой свой поганый рот. Куда вот теперь? Что ты вообще психанула? А что мне еще оставалось делать, когда он за нами следил? Ну, следил. Может, мы вообще грибы собирали? В чем проблема? Ты что, дурак, какие грибы? А если бы он раскопал? После того, что ты там вытворила, он же стопудово раскопал. Заткнись! Мы вообще с тобой в одной лодке. Знаешь чего? Вали в пень из моей лодки. Вытряхивайся, вот твоя остановка. Ты что, шизел? Меня ж здесь заметут сразу. Я не нанимался возить такую дуру. Козёл! Может, пора отдохнуть? Да я вроде... Может, ко мне? Боишься? Прости. Да, Таня. Алло, Паш, ты вернулся уже? Да, вернулся. Мне тут Зоя сообщение прислала, жуткое. Какое жуткое сообщение? В общем, мне надо ее найти. А где ты будешь ее искать? Не знаю, в квартире ее нет. Ты можешь проверить квартиру Петра? Да, подъеду к Петру. Угу. Ага, давай. На связи. Надя, прости, ну, видишь, мой рабочий день еще, как говорится, не закончился. До завтра. До завтра. Зоя? А как вы здесь оказались? Здесь. Где? Скажите, а хозяин квартиры вам в таком же состоянии? Петр Львович, вы меня слышите? Петя. Он умер. Здравствуйте, Зоя. Как вы себя чувствуете? Не знаю. Голова как ведро. Это скоро пройдет. Почему вы здесь?
Я арестована. Вы задержаны. Подозрение в убийстве Олега Свиридова. Когда вам станет лучше, вас переведут в ВВС. ФС. Скажите, а почему Петя умер? Передозировка. Когда вы пришли к нему вчера, он был жив? Не знаю, я не приходила. Зоя, из вашего сообщения вчера я поняла, что вы пытались покончить с собой. Ванну приготовили. Да, но я потом вспомнила другое, как стояла над Олегом в крови, и вдруг такая боль в шее сзади. В общем, я подумала, что, может быть, это не я его. Там как будто еще был кто-то. И я хотела вам позвонить. И? И все, открываю глаза, в дверь звонят. И Петя. Еще один анализ надо сделать. Я вам не сказала. Петя к Мире цеплялся в тот день. Чего-то от нее хотел. Надо было раньше сказать, но я почему-то не верила, что он мог, и не сказала. Хорошо, что сказали сейчас. Выздоравливайте, Зоя. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить побольше о том, что было вчера. Хорошо? Все, я погнал. Угу. Работу ты мне, конечно, подкинул. Ладно, еще ампулы, с ними не так много возни. Но эти косточки вчерашние. Ну тихо, че как на базаре-то? Давай потом к тебе загляну. Давай. Так, вы хорошо знали соседа? Петьку-то? Да. Да не очень хорошо. Неплохой мальчик был. Всего за один год скатился. Ужас! Угу. То есть заметили, что дело плохо, да? Поди-ка не заметить. Неделями из дома не выходил. Ну, то есть, если он сам не выходил, значит, кто-то к нему приходил. Ну, вот, например, может, вот этот парень? Не, не видала. А кого видали? Ну, брат его старший иногда бывал. И баба какая-то. Точно, приходила. Он у меня за стеной выл все время. А как женщина придет, сразу успокаивался. Дозу привозила. Это? Не, не это. Помоложе-то. Это? Ага, она самая. Ты куда? Я плюшку возьму, воды сейчас быстро. Кто первый встал, того и скидка. Распродаж, молодые люди, не проходим мимо. Распродаж, платки, платки красивые, кому надо. Дискаунт сегодня у меня, подходим. Подходим, берем, интересуемся, меряем. Девушка, девушка, ну что ж вы проходите, такую красоту мимо проходите, ай, девушка. Не, никого. Подходим, не тормозим, распродажа, покупайте. Ой, женщина, вы что? Тихо, денег дам. Только молчи. Я полежу немного и уйду, поняла? Денег дам. Ой, ты мать, это ж надо же. Ну что ж, приз обычный, биоматериал Петра Карцева. А Зои? Я ж говорю, только его. В квартире других шприцев больше не обнаружено. Ну, а с ампулами все ясно, там сюрпризов нет. Ну, то есть те самые ампулы, да, которые нашли в машине Свиридова и в доме Карцевых? Да, состав идентичен. Ладно. Что по моим костям? Твои кости пока при тебе. А вот по тем, которые ты выкопал вчера, данных мало. Женщина молодая, 23-25. Угу. Умерла года полтора назад. И причину смерти ты, конечно, не назовешь, да? Голова не пробита, шея не сломана. Остальные варианты приемлемы. Выбирай на вкус. Да я думаю, все тот же передоз. Ну, наркотики так долго в костных тканях не держатся. А ты чего вообще это решил? Ну, есть некоторые соображения. Поеду.
полицию за разрешение в морг, потом на кладбище. Я с тобой поеду. Да ну нет. Ты что, зачем тебе дергаться? Я сам управляюсь. Это мой сын. Я его не спас. Так хоть помогу проводить по-человечески. Как знаешь. Давай Женьку с собой возьмем. Чего тут сидеть? Бабушкин вой слушать. Да, лучше пускай она в морге сидит. Нет теперь девочки. Ни матери, ни мачехи осталось. Одна нечестная бабка. Сидела с нами за одним столом вчера, а потом поехала убивать Петю. Что это за человек, а? Нет, нет, она же не нарочно. Они, видно, вместе укололись, дозу не рассчитали. Я даже не знал, что за наркоманка. Ничего-то они не знал. А Миру она тоже не нарочно? Нет, она не могла. Надо было Петю пораньше в клинику положить. И ее заодно. Не доглядел я за ними. Да бред, конечно. Зоя все время наблюдалась в клинике. Если бы она была наркоманкой, это не пропустили бы. Ну, Мира точно была? Да, Мира была, и именно это ее связывало с Петром. Мадам Смолиная уверяла, что ничего не знала про наркотики Миры. Но явно врала. И даже испугалась. Так испугалась, что поехала могилку проверить. А вот почему ты решил, что эта безымянная девушка умерла от передоза. Да, когда Нона услышала про наркоту, она очень сильно занервничала. Слушаю вас, и башка пухнет. Ты спрашивал про наркоманку Миру, которая умерла только что и не от передоза. Нона испугалась и навела тебя на труп девки, которая умерла черт знает когда и от передоза. Ты сам, Павло, запутался. Это, может, Нона запуталась в своих девках? Да нет, для Нона-то все очевидно. Это мы или чего-то не знаем, или путаемся. Вень, ну-ка проверь, меняла ли нашу Миру документы. Делается. Паша, ты показывал фотку Миру ее жениху? Не успел показать, он убежал на урок. Ну так отправь сейчас. Распродажа! Молодые люди, не проходите мимо! Ну, завесь, мамаш. Здрасте. А кто это? Что она сделала-то? Да черт ее знает. Ориентировка с области пришла. Ну что, вытаскивали? Есть контакт. Мира, кажется, уменяла паспорт. Как вы догадались, Татьяна Григорьевна? Я тебе больше скажу. Меняла 2 года назад? Да, почти. Прислали скан старого паспорта. Ну что, вроде похоже. Нет. Что нет? Ну, в смысле, Мира – это не та Мира. Рогов по фото ее не узнал. А фото настоящей Миры у него нет? Есть, вот. Она? Да, тут без вариантов. Ладынин слушает. А? Понял. Паш, взяли твою Нону в 100 километрах от Шейна. Уже сюда везут. Это что, капельница? Зачем? Доктор назначил. Для детоксикации организма. Это от наркотиков? Я что, наркоманка? Ну, Анна Альбертовна, надеюсь, вы не собираетесь нас убеждать, что про могилку в лесу вам ничего не известно. Вы нас этим очень расстроите. А если не буду убеждать, вы мне это учтете? Не только мы учтем, но и суд, которого вам в любом случае не избежать. Кем была эта женщина? Работала у меня. Бывшая официантка, наркоманка. Жених нашел ее у вас, после этого бросил. И звали ее Мирослава Гнутова. Кто убил ее? Дурь. Во всех смыслах. Передозировка? Это прямо у вас произошло? Ну да, к ней как раз эта девка притащилась, стала выпытывать, где она наркоту свою берет. Почему-то ей именно это нужна была. Синяя ампула. Ну-ну, дальше. Ну, Мирка прямо при ней ширнулась и кони двинула. А девка это мне сделку предложила. Я прячу труп. Она забирает Миркины документы и квартиру мне переписывает в Погорске. Так поэтому вчера вы были с риэлтором? Вы это с ним вместе провернули? Она переписала свою квартиру на него, он ее продал. Деньги мы поделили. Вот и все.
А после того, как я спросил, не была ли Мира наркоманкой, вы испугались. Вдруг мы раскопали ту настоящую и поехали проверять. Как звали эту девушку, которая забрала ее документы? Понятия не имею. Денис квартиру продавал, он должен знать. Как его найти? Это в суде тоже зачтется. Вам лучше? Да, и в голове как-то светлее. Ну и хорошо. А что теперь со мной будет? Это будет решать полиция. О, Паш, привет. Ой, привет, Надь. Ты Смолиной допросил? Как, мы не зря следили? Ты даже не представляешь. Конечно, не зря. Надь, это моя благодарность тебе. Сертификат, но я же не знаю, какие духи ты любишь, поэтому спасибо тебе. А помните, ты обещал ресторан? Мне только что звонили из больницы, у Зои в крови обнаружили сильное психотропное вещество. Как она? Уже ничего, ее почистили. Везут к нам в КПЗ, я хочу к ней квартиру к ней съездить, осмотреться. Я тогда еду искать риэлтора. Давай. Ага. Надь, ну видишь, какая у меня карусель из-за этого дела. Как закрою, я с удовольствием тебя приглашу. По-дружески. Ладно. Ясно. Пошел. Вообще никакого воспитания. Эй, болезная! Тебя за что сюда? Не помню. Не тратите. Может, вспомните адрес той квартиры в Погорске? Какой? Ну, той квартиры, которую вы получили за то, что закопали в лесу труп Миры Гнутовой. А что ищете? Наркоту? Все ищем. А что, думаешь, тут может быть наркота? Не думаю. Тут живет училка, все тихо, спокойно. Ну да. Тень, я там в ванной таблетки нашел. Ага. И у меня такие же. А? Это, похоже, те самые легкие транквилизаторы, которые доктор прописал. Отвези сейчас в лабораторию и сразу же проверь. От легких я его так не накрыл. Ну, поглядим. Алло, Паш, ты уже в управлении? Надо к Зое зайти и кое-что выяснить сейчас. Вспомни. Вспомни. Да вспомни, ты уже заткнись. Вспомни. 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 Вспомни Зою, пожалуйста. Постарайся. Ты помнишь его? Помнишь Олега? Он приходил сюда? Приходи к Олегу.
Добрый день. Добрый. Зоя Владимировна, как вы себя чувствуете? Ничего, спасибо. Мне Татьяна велела вспоминать. И это правильно. Я надеюсь, вы скоро отсюда выйдете, поэтому у меня будет к вам два очень коротких вопроса, но срочных. Да. Скажите, где вы берете таблетки и как часто принимаете? Таблетки мне Глеб дает. Глеб Ашарин, ваш психотерапевт? Да. Надо каждый день пить. Но я, честно говоря, 2 недели уже не принимала. Я подумала, что я могу без них. Во, придурочная, ей колеса дают на шару. Прошу прощения. То есть, точно? За 2 недели ни одной таблетки? Да. Я, правда, уже очень много вспомнила. Очень много. Но вчера дома мне стало плохо. Значит, без таблеток мне все-таки нельзя. Хороший, конечно, у нее доктор. Легкие транквилизаторы. Такие легкие, что крыша едет на раз. А самое интересное, что очень похоже по составу на нашу любимую наркоту в ампулах. У меня сейчас у самой крыши поедет. Дыши ровнее, мы вышли, чтобы проветриться. Дыши и думай. Значит так, что мы теперь знаем? Риэлтор Комаров получил квартиру в Погорске от некой Веры Коломницы. Хорошо. Жила-была в Погорске Вера медсестра. Полюбила Олега Свиридова, рождала от него ребенка. А он жил тут, в Шейне. Да, работал на Петра, наркокурьером. 2 года назад его чуть не взяли. С грузом он пропал. Вера об этом узнала, и от потрясения у нее случился выкидыш. Это вероятнее, чем аборт. Ну да, согласен. Вера поехала за Олегом в Шейн, пошла по следу синих ампулы и вышла на Петра Карцева. Да, тут ей подвернулась проститутка, которая очень вовремя умерла от передоза, и Вера Коломницова стала Мирой Гнутовой. Теперь ее никто не мог связать с Олегом, и она начала подбираться к Петру. Но подобралась к Антону, который искал сиделку для отца. Вошла в дом Карцевых, отбила Антона у Зои, которая и так после аборта была уже, ну, не в себе. И главное, подсадила Петра на наркоту. Видимо, надеясь, что под кайфом он ей расскажет про Олега. Но параллельно искала Олега у дилеров. И на даче прятала номера телефонов и ампулы. Да, прятала в каморке у Зои. Даже почерк ее подделала, чтобы никто не мог на нее подумать, если найдут. Все, хорошо, это все понятно. Тогда кто травил Зою? Ну, допустим, Мира могла, да? Но Миры вчера уже не было в живых, а Зои опять что-то подсыпали. Это не единственный вопрос, Паш. Зачем Олег приходил с цветами к Зое? Я ошиблась, никакого раздвоения личности у нее нет. Значит, и романа с Олегом у нее не было. Зачем Олег, работая на Петра, таскался с цветами к жене его брата? И, наконец, почему Петр бодяжит и продает наркоту, а сам при этом страдает от ломки? А с чего мы взяли, что наркобарон именно Петр? Тебе так сказал дилер. Дилер. После драки с Петром он кому-то звонил. А что, если это и был настоящий барон? Ты знаешь, очень удобно бодяжить наркоту при клинике. Да. И там же делать веселые таблетки для бывшей жены. В точку, Паша. Смотри, кто у нас тут. Здравствуйте. Здравствуйте. Примите наши соболезнования. Спасибо. Мы за разрешением, чтобы получить тело из морга. Конечно, разрешение готово. Поднимитесь наверх. Мой помощник, лейтенант Кобалевский, вам его выдаст. Допрашивать нас не будете? А он как раз допросит. Это же формальность. Причина смерти вашего брата установлена. Ага. Да, спасибо. Лейтенант Кобалевский. Да. Спасибо. Алло, Вень, слушай меня внимательно. Сейчас к тебе придут Карцевы. Допроси их, долго допрашивай, задавай много вопросов, медленно записывай, разведи, короче, бюрократию. Выдержи их подольше, пожалуйста. Хорошо? Давай. Ты хочешь отвезти ее туда? Да. Хорошая идея. А я тогда в клинику Карцева. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Подпишите вот тут. Ну что, удалось что-нибудь вспомнить? Немного.
В ту ночь, когда Миру убили, она приходила ко мне. Отлично. Сейчас поедем на дачу, все вспомним. Спасибо. Поехали. Добрый день. А вы к Антону Львовичу? Нет, к вам. Соберите, пожалуйста, всех сотрудников клиники. Здесь. Прямо сейчас. А пациенты пусть подождут в кабинетах. А, хорошо. Угу. Всем сотрудникам срочно собраться в холле. Только сотрудникам. Проследите, чтобы никто не говорил по телефону. И не писал сообщения, пока мы здесь. Вас это тоже касается. Пойдемте. Что случилось-то? Телефоны свои положите на стойку, пожалуйста. Добрый день. А, здравствуйте. А мне туда совсем не надо? Не, вам туда не надо. Дело в том, Лев Федорович, что в таблетках Зои Карцевой обнаружено мощное психотропное вещество. И совсем не тот препарат, о котором вы мне говорили. Я ничего не... Не знали? Да я думаю, знали. В любом случае, вы задержаны. И в ваших интересах помочь следствию. А, например, показать подпольную лабораторию. Да мы все равно ее найдем. Просто я хочу дать вам шанс. Тебя отпустили? Женька, малыш мой. Убью. Бабуль, ты чего? Своими руками убью, тварь! Спокойно, спокойно. Вы никого не убьете. Анна Андреевна. Она моего мальчика! Анна Андреевна, она ничего не сделала вашему сыну. Она не виновата. Вы слышите меня? А кто виноват? Мы как раз приехали, чтобы это выяснить. Это здесь? Да, но ключей у меня нет. Да я думаю, обойдемся. А, позвольте. Давай, ломай. На стоянку машину ставить не буду, оставлю тебя здесь. Там дело на пару минут. Да, да. Так что, все-таки на стоянку? Передумал, потом заеду. Вызывай группу. Криминалистов, понятых, короче, всю банду. Понял. Шеф, я тут в окно видел. Какая-то машина подъехала. Постояла секунд 5, а потом резко рванула. Что за машина? Какая марка? Да я не разглядел. Серый седан. Вы что-то ищете? Может вам помочь? Женечка, мы сами. Женечка, сейчас очень важно, чтобы маме никто не мешал. Анна Андреевна, поднимитесь, пожалуйста, наверх. И очень прошу вас, никому не сообщайте о том, что мы здесь. Ладно. Зоя, давайте попробуем вспомнить что-нибудь одно для начала. Например, как вы пытались покончить с собой? Сейчас. Я спустилась по лестнице. И вышла на кухню. Родная, прости. Ну, прости. Это ошибка. Ну, не плачь. Успокойся. Выпей водички. Пойдем спать. То есть, Антон дал вам попить,
вы отключились прямо здесь, на лестнице, и выходит, что после этого порезали себе вены. Прямо во сне? Не знаю. Получается так. Тише, родная, тише. Скоро все закончится. Ты никогда никому ничего не скажешь. Антон, а ты чего здесь? О, Господи. Мира, помоги. Зоя пытается покончить с собой. Вызови скорую скорее. Зоя, вспомни, пожалуйста. Постарайся. Ты помнишь его? Помнишь Олега? Он был здесь? Приходи к калитке. Дальше. Черт. Ладно. Зоя, вы молодец. Давайте сейчас вернемся в ту ночь, когда вы видели Олега. Это было здесь? Да. Вот в этом окне. Прям точку покажите. Ну, вот здесь. Угу. Отлично. А вы откуда на него смотрите? Отсюда. Угу. Хорошо. Зоя, закройте глаза. Вспомни. Вспомни. Это ко мне. Иди наверх. Нам с коллегой надо поговорить. Иди, Зоя, иди. Короче, отмазывай меня как хочешь. Ну или я тебя сдам, всю шарагу твою. От Антона Львовича. Только смотрите аккуратно, я уже поранился. Ой, так вы зайдите. Надо же промыть. Антоша! Господи, боже мой, да что же это? Надо скорую. Антоша! Господи, что же это такое? Тут же это все нужно. Нужно скорую, срочно. Олег стоял тут, Антон ударил его вот так. Олег упал головой сюда. Я подбежала вот сюда. Зоя, я понимаю, как вам сейчас больно. Я не верю. Я не верю все равно. Черт, Зоя, надо уходить. Есть второй выход. Да, из окна. Или можно на дерево с балкона, а с дерева сразу на улицу. Так Петька, мальчишка, его убегал. Видимо, он так стоит. Вылез, чтобы мир убить. Пойдемте. Кто, Петя? Да нет, пойдемте, Зоя, надо уходить. Я без Женьки никуда не пойду. Он ей ничего не сделает. Пойдемте. Кому ничего не сделать? Татьяна, здравствуйте, Зоя, привет. А ты чего такая бледная? Что случилось? Антон Карцев,
Вы задержаны по подозрению в убийстве 3 человек. И что дальше? Берите ружье, он может ее поранить. Надеюсь, не только поранит. Бросьте пистолет. Вот хорошо. Теперь давайте выйдем отсюда тихо, мирно. И отъедем куда-нибудь в другое место, чтобы никому не мешать. Даже если вы нас убьете. Тихо, я сказал. Мам, там папа приехал, что ли? Можно выходить? Жень, нет. Ты посиди еще немножко, я скоро за тобой приеду. Лев Борисович, скажите, пожалуйста, если не секрет, а почему вы желаете смерти Зои? Я хочу, чтобы она ответила за Миру и за Петю, если вы не можете доказать ее вину. Да, не могу. Но могу доказать вину Антона. Это он убил Петра и Миру. Хватит все слушать, давайте садиться. Мира была невестой Олега Свиридова. Она пробралась в ваш дом, чтобы найти убийцу. Думала, на Петра это был Антон. Он убил ее, как только все понял. Ну, а Петю... Просто он начал ему мешать, Мира подсадила его на наркотики. Он стал у вас товар таскать, да? Давайте машину садиться. А вы, Лев Борисович, не знали, что ваш сын торгует наркотиками и производит их? Заткнитесь обе в машину! Подожди! Пусть заговорит. Вчера Антон решил убить 2 зайцев. Поил перед отъездом Зои, зная, что через час она вырубится. Потом приехал к ней, нашел ее без сознания и отправил к Петру. Видимо, сказал ему, что она обдолбалась и побудет у него. За это дал ему дозу, слишком большую. И готово. Брата нет, бывшая жена за решеткой. Ты бы этого не доказала, даже если бы тебя оставила в живых. Прекрасно бы доказала. Да, камеры вы разбили. Но вашу машину отследили и у дома Зои, и у дома Петра. Милого брата. Не надо. Не надо. Папа не выстрелит, не беспокойтесь, он не сможет. Да, па? А вот я смогу. Антош, пожалуйста! Нет, пап, не нажмешь. Еще как нажму, сынок. Мама! Мам! Мама! Мама! Женька! Женька, малыш! Женечка! Руки за спину! Спасибо, Паш. Пожалуйста. Господи! Лёва! Ой! Лёва! Ой! Давай! Давай, милый! Давай! А я не понимала, почему врачи в больнице меня про таблетки расспрашивали. Да, по сути, он устроил вам медикаментозный аборт. Ну и зачем же так-то? Развился бы лучше. Он, видимо, собирался. Вы стали свидетельницей убийства Олега. По-хорошему, он должен был убить вас, но не решился. Предпочел вас держать на препаратах под присмотром своего врача. Препараты. Да. Чтобы вы ничего не вспомнили или вам никто не поверил. Ну да, я же чокнута. Когда появилась Мира, он все-таки решил от вас избавиться. Опоил и порезал вам вены. А я думала, я сама. А Мира меня нашла. Да. Сорвала ему план. И не помнила ничего из-за таблеток. Если бы не бросила их тогда пить, то, наверное, не узнала бы Олега на фотографии. Но вы узнали. Мира начала вас трясти. И вот ее уже он не пожалел.
Простите. Я правда ее любил. И его. А я сама виновата, надо было давно догадаться, что потухла, а я все надеялась на что-то. Прыгала, как собачка, плясала вокруг него. Зачем, когда уже нет огня, одни угли? Такие вот танцы на углях. Много пережили, Зоя. Главное, что пережила. А теперь я могу быть свободной и сильной, как вы. А вот мне уже иногда не хочется быть такой свободной и сильной. О, Паш, ты что сидишь? Кошка. Тебе шеф отгул дал, гулял бы. А рапорты сами себе напишут? Да мне все равно дома делать нечего. Разве что в потолок плевать. Угу. А Светлова отгул взяла, нашла, видно, что делать. И что? Ну и то тормоз ты, Паш, пригласил бы ее там, то все. Здрасте. А кто мне велел держаться от нее подальше? Ну, Паш, 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 мы же думали, что ты такой обычный, ну... Тюфяк. Спасибо. Ты ого-го оказался, ты укротитель акул. Если ты ее не приручишь, она так и останется. Неприрученный, Паш, неприрученный. О. У вас ко мне какое-то дело, Татьяна Григорьевна? Да, товарищ капитан. И какое у вас ко мне дело? Ответственное. Хочу пригласить вас куда-нибудь. Ну, не знаю, не знаю. Я подумаю. Подумайте хорошенько, товарищ капитан. Санек, ну что, нарисуешь мне слоника? Нет, я медведика. Ах ты мой медведик. До завтра. До свидания. Всего доброго. Пап, я не хочу уходить. Да что ж с тобой делать? Давай еще останемся. До свидания. Других детей в детский сад не загонишь. Ну, пожалуйста. А тебя домой не уведешь. Пойдем, пойдем. Мама ждет. Уже качаться. Пошли домой. Пойдем. А как сама?